Культурно-просветительский центр «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня приглашает 2 и 3 ноября. Второй – открытый фестиваль памяти Александра Галича «Когда я вернусь». 2 дня, 4 концерта, более 20 участников, включая Владимира Капгера, Владимира Бережкова, Александра Мирзаяна и Алексея Иващенко. Заказ билетов на сайте КПЦ «Дубрава». На птичий твой зов поберусь, когда я вернусь.